Водитель автобуса в Анкаре спас беременную девушку, доставив ее в больницу на спине. Женщине стало плохо в транспорте, за рулем которого был 27-летний Фырат Кая. Водитель услышал от пассажиров, что будущей маме стало плохо. Пока люди пытались помочь девушке, Фырат помчался в больницу, минуя остановки. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ+ по этой ссылке.